Євген Клімов, генеральний директор кадрової агенції. Власне, агентство з працевлаштування людей за кордоном відкрив після того, як його знайомі потрапили на шахраїв у цій сфері та залишилися без обіцяної роботи та грошей. Сьогодні агентство співпрацює як з Польщею, так і з іншими країнами Європейського Союзу. Євген знає всі нюанси безпечного працевлаштування за кордоном. Так, зустрічаємо нашого ранкового гостя. Доброго ранку вам, Євгене. Добре утро. Отже, будемо говорити про працевлаштування. До цього говорили по скайпу з дівчиною, яка там працює. Вона нам дала деякі поради зі свого досвіду, але я думаю, все ж більш конкретні дасте ви нам сьогодні. Ну, перше питання, наскільки зараз популярні виїзди за кордон на роботу і які країни зараз є найпопулярніші для роботи? Очень популярно на самом деле. Если брать статистические данные, допустим, за прошлый год, то на работу выехало в районе 1 000 000 украинцев. Это за 2017. То есть какая будет ситуация в этом году, пока не знаем, но тенденция как бы только растет. Явно людей меньше не будет. Безусловно, самой популярной является Польша. По той причине, что проще всего поехать в Польшу, это по сути дешевле всего в некоторых случаях. Это вообще практически бесплатно оформить себе загранпаспорт биометрический. В принципе, можно сейчас ехать и легально там трудоустроиться. На втором месте, конечно, идет Чехия, Словакия, Литва, Латвия. То есть те страны Евросоюза, в которых трудоустройство возможно легально. Опять же, я сейчас говорю только о тех странах, в которых возможно работать на легальном основании, то есть на основании трудового договора с работодателем. Это, в принципе, основная проблема многих украинцев, которые работают нелегально в Германии, Франции или где-либо еще. Легально працювати. Це які документи треба для цього мати, як оформлювати, що потрібно для того, щоб зробити візу для роботи, от робочу візу? Ну, в основному це віза, да, все-таки. То есть, возможно, легально трудоустроїться в Польщу по біометричному паспорту, то есть, це законодательно разрешено. А во всіх остальних странах требується либо відкривати собі робочу візу, либо же делать вид на жительство. Это в зависимости от конкретной страны. В большинстве случаев это виза. По сути, то есть во всех случаях для визы требуется в первую очередь загранпаспорт, естественно, у человека здесь. А во вторую очередь это приглашение непосредственно от работодателя из той страны, в которую человек планирует трудоустроиться. Дальше, в зависимости опять же от направления, но это всегда страховка, обычно какие-то еще сопроводительные документы, заполнение анкеты, ну и в принципе все. То есть большая часть документов, она идет именно со стороны приглашающей человека. В дальнейшем человек едет в визовый центр этого государства по месту прописки, подает все эти документы, и после этого он получает рабочую визу. В случае, если все в порядке, и у него нет никаких ограничений на выезд. Я читала в интернете, что запрошение є платным таким, да, щоб отримати його. Уже стало платным, да. Если в прошлом году еще это было бесплатно, то уже работодатель платит 30 злотых, это если мы говорим про Польшу. То есть 30 злотых он платит единоразово за то, чтобы ему уже эта миграционная служба выдала это приглашение. И помимо этого, теперь работодатели обязаны отчитываться за эти приглашения. То есть они отчитываются в миграционную службу о том, что они ждут этого сотрудника на работу в течение 7 дней, 14, и так вплоть до того момента, пока приедет этот работник. Я ще чула, що у візовому центрі можуть відмовити у наданні візи. Чому це може? Яка причина може бути для цього? Чому не дозволять? В основному на практиці, от то, що ми десь зустрічаємо, коли звертаються до нас люди з відказами, це проблема конкретно в приглашенні. То есть проблема со стороны приглашающей. Очень много существует фирм, которые в принципе существуют только с целью, чтобы выдавать приглашение и не более. С польской стороны они законодательно это отслеживают и пресекают деятельность таких фирм, но тем не менее они выдают эти приглашения, продают их здесь, люди с ними едут, подаются в визовые центры, в результате получают отказы. Вот и все. Как бы, это самая основная причина. Также, конечно, могут быть еще такие случаи, когда у человека ранее была депортация, он был в Евросоюзе, просрочил визу, либо же нелегально работал и получил депортацию. В принципе, вот это два таких самых распространенных. До речі, про депортацію, так. Наскільки це небезпечно? Як не потрапити у цю? Я розумію, що там 2-3 дні треба вже бути на Україні, якщо віза закінчиться, щоб не депортували з іншої країни. І ось потім скільки можна, не дозволяють працювати, який термін? До окончания визы, то есть вот до момента, когда она закончится, человек уже обязан вернуться. То есть, если вы просрочили вот эту дату, это уже является нарушением визового режима. Опять же, по визам коридоры разные.
То есть, допустим, если человек едет работать по биометрическому паспорту в Польшу, то, как нам известно, он имеет право находиться 3 месяца на территории Евросоюза, то есть 90 дней. После этого у него так называемый коридор. То есть он возвращается в Украину и обязан 90 дней находиться здесь. То есть этот коридор перекрывается визой, допустим, годовой. Это национальная виза тип D07. Она перекрывает все эти коридоры, и можно беспрепятственно ехать повторно и работать. То есть, в принципе, если есть разрешительные документы, то никаких проблем с коридорами не будет. Они перекрываются. Але річну візу можна отримати лише після того, як перший раз на короткий термін. Да, так, да. Нельзя получить годовую визу сразу же, если ранее вы не работали. То есть, либо вы должны поработать по биометрическому паспорту, что, опять же, приравнивается к национальной визе, либо же по полугодовой визе ранее. После этого вы можете смело либо оформляться на годовую визу, если работодатель готов вам сделать это приглашение. Прошу заметить, не все работодатели готовы их делать. То есть, ну, тоже есть определенные сложности. Либо же, если мы говорим про Польшу, то можно получить временный вид на жительство, то есть карту побуду. Так, ну, трохи розібралися з документами. Отже, на тебе розібратися, як довіряти роботодавцям, як їх перевірити, можливо, на чесність, щоб потім не потрапити там за кордоном, вже приїхати і виявитися, що немає ні вакансій, ні грошей, ти приїхав і не знаєш, що робити у чужій країні. Як перевірити його на чесність? В першу чергу, надо понимать, с кем мы конкретно имеем дело. То есть, если человек трудоустраивается через агентство здесь, в Украине, он просто должен у них попросить лицензию. Это в самую первую очередь. Ему предоставляют наличие лицензии, и, в принципе, лицензия это является самым основным документом, который разрешает агентству вести свою деятельность. После этого человек должен заключить договор обязательно, внимательно прочитать каждый пункт этого договора, и непосредственно уже заключая договор с работодателем, тоже следует прочитать все внимательно, чтобы предоставили человеку перевод на украинский или русский язык, чтобы он понимал вообще, с чем он соглашается. Подписывается договор с работодателем тут, чи там же, и чи там можно просить, так, переклад? Он заключается уже непосредственно там. Ага. Здесь изначально человека обычно ознакомливают с тем, какой. Есть несколько типов трудовых договоров. Просто человек должен понимать, на какие условия он едет. Это самое основное. Но если человек занимается поиском работодателя самостоятельно, и, допустим, он на каком-то сайте находит объявление от польского работодателя, который хочет его трудоустроить, то тут есть свои нюансы. В первую очередь, на рынке Польши в основном трудоустраивают, опять же, польские агентства по трудоустройству. То есть, напрямую работодатель крайне редко делает приглашения, высылает их кому-то. У них просто такой менталитет, скажем так. Им проще обратиться к агентству, которое они знают, которое надежное и зарекомендовало себя годами, обратиться к ним, условно, там, с просьбой о трудоустройстве. Вот нам надо, там, скажем, 10 плотников, предоставьте нам их, пожалуйста. И все. В таком случае трудоустраивает на себя это агентство, а они уже работают у работодателя. В основном так. Ну, в этих случаях тут как бы никаких гарантий вам никто изначально дать не может, это в любом случае риск. То есть, приезжая туда, может случиться так, что вдруг условия не будут соответствовать ранее описанным. В таком случае надо менять работу и искать новую. А якщо приїхали туди і ось виявилось так, що, ну, от потрапили, та, що робити? Чи там же на місці шукати, чи повертатися до України, шукати через агентство? Як? Можна искати на місці, но це все упирається в знання язика. В основному наші люди не знають польський язик, ну, ті, хто їдуть в перший раз. Крайне рідко люди з знанням язика. В таких случаях, звісно, краще обратитися в інтернет. Маса вакансій зараз безплатних в свободному доступі, які можна знайти в інтернеті. Ну, смотря про какую страну мы говорим. То есть в данный момент все, что я сказала, это относится к Польше. В остальных случаях как бы все по-разному, разнится от направления. Ну, я так розуміла, в Польщі найлегше зробити документи, так, бо у нас більше з нею контакт. А інші країни трошки важче. Дольше, в основному дольше, просто так. Дольше, в некоторых случаях это дороже, все в зависимости от направления. Допустим, у нас есть 6 направлений. Из них некоторые такие, как Латвия, допустим, в принципе, все очень быстро, в течение 2 недель делаются все документы человеку для получения дальнейшего вида на жительство. С Латвией мы работаем только по трудоустройству, в принципе, там много таких контрактов. Ну, тепер зрозуміли, на що варто звертати уваги, на що дивитися. Дякуємо вам за поради. Тепер будемо знати, як рано збирати документи, що треба, скільки чекати, і як працювати з візою, щоб не потрапити в депортацію, щоб потім не
потрапити в халепу. Дякую вам. Нагадую, Євген Клімов, генеральний директор кадрової агенції, був сьогодні у нас в гостях, розказав про працевлаштування за кордоном. На жаль, не вистачає часу більше питань задати, бо багато питань нас хвилює. Ну, дякую вам. Я думаю, і далі співпраця буде, і будемо обговорити це питання.